Опять я к вам. Вот предприниматели вопрос задают. Мы завтра встречаемся. Нет. Завтра нет. В 10 утра нет, у нас встречаемся. Все вопросы. Нет, Игорь Петрович, вы меня простите. Я к вам записываюсь лично, вы мне отказали. Нет, я не отказываю, всегда с вами встречаюсь, вы не обманываете. Я 3 недели ждала. Не обманываете. Нет, правда, мы вдвоем записывались, вы нам отказали. Опять же, есть люди, которые подтверждают, что вы также ходите на все совещания, и поэтому вы сейчас... На совещаниях нет возможности сказать то, что... Но какое решение? Решение? Нет, Сан Саныч, вы тем более знаете. В городе Красноярске даже нет этого. Значит, подписано постановление о том, что согласовано с депутатами городского совета, о том, что 15 лет можно устанавливать институциональные торговые объекты на альтернативных местах. Плюс мы говорим о том, что 15 лет, плюс еще получение средств для того, чтобы развивать поддержку малого и среднего бизнеса. У нас сегодня в администрации порядка миллиона, никто не заявился. Я заявилась. Тогда, мне сказали, вы не подходите, а вы спросите, вы не будете. Мы вот предлагаем на альтернативные места. А где? Под мостом? Петрович, первые места здесь на Фрунзе, раз рядом, здесь на Это не рядом, это совсем не рядом. Это рядом. Это не рядом. И второе, у нас это возле Олимпа. Следующее место у нас в центре, там есть порядка 3-4 мостов. А что делать вот с этим? Мы причем готовы. Плюс еще, Сан Саныч, жители дома с 10-го, да, также против того, чтобы они работали. Это 4 человека, которые... 4? На пьедестале. Ну, видите, вы сейчас в своей позиции. У нас здесь поэтому есть жители. Поэтому никто не разговаривал. Это так раз. А второе, благоустройство, соответственно, в этом, в общественном пространстве, да, ну, как говорится... Благоустройство же не исключает каких-то... У нас есть сделанные, даже в Красноярске, вы говорите, даже где-то парки благоустраивают, все равно там делают, чтобы люди водички могли... Предлагали и в парк. ЖД-парки, да? Соответственно, было такое. Ну, отлично, мы вот стояли, красивые... Вот то же самое поставили в тех отведенных местах, и мы будем поддерживать. Плюс, сам лично разговариваю с тепловиками, с сетевиками, чтобы не было этих проволочек, обычно тяжелая ситуация. Мы готовы помогать. Таким образом, вот мы провели канализацию. Я, будучи уже в больнице, проводили мне канализацию. У вас сети находятся и в другом, на сетях находятся и в другом месте. Вот у вас получается постоянно стоят в основном павильоны там, где есть проблемы. Моя вина в чем? Я же не самолично поставила. Нет, но есть закон, на сетях нельзя. Это горсовет утверждал. Разрешение давала прокуратура. Я не давал, разрешения. И никому разрешения на сетях не давал. Поэтому нужно в городе сделать благоустройство. Еще раз, на 15 лет не было такого никогда. У вас есть возможность развивать дальше бизнес. На 7 лет. А на какие деньги перенести? В июне, да, на 7 лет. Вот если он сейчас поставит, вы его снесете? Для всех требования одинаковые. Есть закон сегодня, да, про который есть альтернативные места, мы готовы помогать. Скажите, почему именно Фрунзе? Это действительно очень далеко от центральной улицы. Там от какой центральной? Спальный район. От какой центральной? Ну, либо Кирова улица, да, проезжает. Для чего делается благоустройство? Чтобы пространства были обширные, можно было гулять пешеходом, правильно? А зачем им гулять, если им попить поесть негде? Ну, неправда, есть что-то. Есть. Я просто еще раз предлагаю услышать, 15 лет возможность есть расположиться, никто вас туда не беспокоит. Вот как можно верить? На 7 лет продлили, значит, и все, и нет. Соответственно, а 15 лет как можно если верить? Получается где вам гарантия? Там, где нельзя разрешить, то тогда мы вернемся опять же к тому застойному периоду. Оставьте в покое предпринимателей. Мы ни в коем случае не пристаем предпринимателей. В основном вы уже вообще, уже 10 человек написали на альтернативные места. Я предлагаю вам тоже это сделать. Где? Возле Олимпа раз. Да вы сможете у меня третий павильон? Вы что смеетесь? Сколько нужно сейчас средств, чтобы построить павильон? Значит, заявляйтесь. И опять же, это временное. Заявляйтесь, получение для среднего малого предпринимательства. Дано поручение замглавы, никаких протяжек, чтобы не было. Берите средства по закону и благоустраивайте. Вы назначьте нам встречу, мы соберемся, завтра, нас будет завтра больше будет намного. Встреча, завтра будет встреча и у нас в 10:00. Будут вопросы. Хорошо, завтра в 10:00 в администрации. Завтра будет встреча. Вот предложение, Игорь Петрович, шаг назад сделайте. Ну,
мы и так сделали шаг назад, и даже еще вперед на 15 лет. Поэтому надо. А зачем мне нужен павильон под мостом где-то, куда народ не пойдет? Зачем он мне там нужен? Он никогда в жизни не отработает свои средства, которые туда будут. Неправда. Логистика есть в этих местах, которые мы предложили. Вы мне говорите, которые 10 лет уже. Здесь получается сейчас, там то, что мы не дошли, тот же... То здание из блоков, которое находится, да, по суду, соответственно, тоже принято. Это что, это нормально вообще, нет? Вы а почему вы молчите о жителях? От жителей, которые против, чтобы там вы находились? А почему вы других жителей не хотите послушать? Я всех слушаю, нет. Там председатель дома. Здесь тоже жители. Поэтому есть альтернативное решение. На 15 лет мы разрешаем. Поэтому завтра в 10:00 итог подведем. Хорошо?